Доброе утро, ребятишки. Мы приехали за золотом. На карьер. Сегодня мы пройдем вокруг карьера. Очень чистая вода. Приятно. Ну, здесь, конечно, свинарник. Ну, ладно. Это нам на пользу. Может, больше чего найдем. Так. Первый сигнал. Ех! Вообще, посмотрим, можно заработать с металлоискателем или нет. Первый сигнал у нас. Водочная пробочка. Забираем. Тру-ту-тум. Перегруз. Где он? О! Там щука была. А у нас находочка. Ну-ка. Здесь линь хороший. Это тоже пробочка. Где она? А вот вижу. Еще одна пробочка. Ну, ребята, я скажу, щучка прыгает здесь добротненько. Очень часто спрашивают, что здесь... Не, фигня там. Что здесь за рыба водится. Вот в этих камышах стоит все время щука. Даже когда народ купается, отдыхает, она бесстрашна, вон там стоит. И ходит хороший линь. Но сейчас линька нет, его не увидеть. Но ночью приходишь здесь, они прям стаями плавают. Так что, ребята, вот это место, кто узнает, идите копать. Ой, рыбачите. Украшение карьера. Я не понимаю, почему нельзя выкинуть в мусорник вещи. Нахрена на деревья их вешать. Да. Тут рядом мусорник стоит. Смотрите, какая чистота. Весь пляж засран. Так, ну здесь 73. Я-то думал, что-то интересное. Без металлоискателя. Монеточка. Черненько. 2 цента. Печально. Ну вот, пройдя большой кусочек. Первый чистый сигнал. Прикинь, 2 евро. Ну, на самом деле, я скажу, основной пляж, где был, он реально пустой. Это мы уже ушли. Блин, опасно так копать без перчаток. Пляжики. Всегда, ребят, берите с собой перчатки. Ну-ка. Нет, глубокий сигнал, даже трогать не будем. Так. Я уже надыбал сигнал. О, монетка. 10 евро центов так, забираю. Вот еще одна монетка была. 2 десяточки. Нет, еще что-то есть. Еще 3 десяточки. Я миллионер. Я говорю, 3 десятки, я миллионер. Что, все? 30 центов. Прям вот здесь. Есть сигнальчик. Это я не тебе. О, у меня еврик. Евро! Так, это уже 3.30. Так, это рассыпуха. Где она? 10 центов еще. Так, евро 42 даже. Ой, нет, 3.42. 3 евро и 42 цента, да, все правильно. Так, черные монетки мы оставляем. Ну-ка. Ну, это пробка, скорее всего. Ну, наше дело убедиться в этом, что не золото. Ну, конечно, золото это из мира фантастики в этом месте. Так, запомним, до этой палочки дошли, разворачиваемся, идем назад.
А вдруг мы что пропустили? Шикарная находка. Находка офигенная. Сейчас подойду, покажу. Вот такая находочка. Зачетная. Заберем ее тоже. Ну так. Находочки начинаются. О, я видел. Блин, как так хорошо звенела пробочка. Вот так вот. Ладно, забрали. Ищем дальше. Ну-ка. Плавок какой-то. Пробки забираем, такой мусор нет. Вон еще бутылка с пивом. Фу. Райское место для тех, кто любит выпить. Ну что-то никто ничего здесь не теряет. А почти весь карьер прошли уже. Самые такие интересные места, где могли быть находки. И по-прежнему ничего нет. Так. Ребята! Смотрите! Иди сюда, смотри. Подождите. Бучалка. Подожди. Да, проба есть. Проба есть! Что это за проба там? 5-8-5. Давай 5. О, да, ребят. Это вторая обручалка в жизни на пляже. Ребята! Супер! Так, ладно, тише, а раз еще хозяин прибежит, скажет, моё! Ну вот. Блин, весит грамм на самом деле. Ну-ка, проверь, как звенит. Слушай, как дзинкнуло. Ну-ка. Квест, все, позавидовала. Все, кш-кш-кш-кш-кш. Яды, моё. Блин. А если закопать? Да! Моё. Так. Ну-ка, проверочка. Так, пин работает. Что за прикол? А, во. О, монетка. 50 евроцентов. А тут что? А. 55 центов. Еще 55 центов. В копилку. Да, чё? Нормально. Пробочка. Так, вот тут. Ну, что-то это похоже на пробочку, конечно, ладно. А, ну, почти. Оплавок. Весь мусор не снимаю, потому что тут просто нереальное количество. Мусора больше, чем находок. Ну вот, ребятушечки, результат полного прохода карьера. Ну, колечко вы видели, игрушку вы тоже видели. 7 евро и 30 центов. Но, ой, нет, 7 евро и 17 центов. Вот. Было всего найдено. Это мы прошли за час где-то вокруг карьера. Сейчас мы одеваем акваланг и под воду. Подписывайтесь, пишите комментарии, будет интересно. Ставьте лайки или дизлайки.